Стены культурно-развлекательного комплекса «Нагорный» не видели этого уже давно. И, наконец-то, свершилось. Клубные бейсболки полетели на лед после третьего гола в исполнении Евгения Мозера. Нападающий «Торпедо» оформил хет-трик в матче против ярославского «Локомотива» на проходящем сейчас в Нижнем Новгороде Кубке губернатора. Хотя начиналось все не так ярко. Встречу можно смело разделить на два отрезка. Первый – это стартовый период, а второй отрезок – это все оставшееся игровое время и серия буллитов. Автозаводцы уже на 11-й минуте горели 0-2. В обоих случаях гости смогли воспользоваться удалениями в составе хозяев. Испортил всем настроение и ярославец Пашнин, который вывел из строя Джона Нормана. Кровь со льда убрали, бело-синие бросились мстить, но пробить Алексея Мурыгина не смогли. Пока не смогли. Не знаем, что и как говорил Скудра своим подопечным в перерыве, но на второй период вышла совсем другая команда. И уже на 22-й минуте свой снайперский прицел расчехлил Евгений Мозер. Его ассистент по первой шайбе Фредерик Петерсон на 37-й минуте уже сам принимал поздравления от одноклубников. Этот шведский легионер с шикарными усами в бело-синем свитере забивает в каждом матче, и это не может не радовать. Больше радости доставил только второй индивидуальный и третий командный в этом матче гол Мозера под занавес второго периода. «Торпедо» сумела не только отыграться с 0-2, но и выйти вперед 3-2. И это еще не конец. Главные события развернулись в третьем периоде. Бесконечные потасовки не помешали автозаводцам развить успех. Ну а главным героем встречи стал Евгений Мозер. Хет-трик. Как же давно мы этого не видели. И потому головные уборы никто не жалел. Чтобы собрать их, пришлось сделать паузу. Все время в каждой игре нужно отдаваться на полную. Команда билась, молодчики. Хотел спасибо им сказать за друг друга. С победой. Точку в матче поставил Вячеслав Кулемин. 5-2. Предсезонная игра, достойная плей-офф Кубка Гагарина. Никто себя не жалел. Ни хоккеисты, ни болельщики. Многие из которых оставили свои голосовые связки на трибунах. Ну а непосредственно торпедовцы праздничной вишенкой на этот торт победы положили буллитные дуэли, в которых решающую шайбу забил Даниил Веряев. Сегодня команда «Скудры» отдыхает, а уже в эти выходные автозаводцы продолжат бой. В субботу в 19:30 встречаемся с «Нефтехимиком», а закончится 8-й Кубок губернатора игрой против «Северстали». Григорий Ожигин и Олег Климин. Объективно. Спорт. ННТВ.